ЧП на озере Балхаш. Трое молодых парней выехали на лед на автотранспорте, вследствие чего лед отошел от берега. К счастью, непутевых рыбаков удалось спасти. Аида Ибраева знает подробности. 10 декабря в 12 часов 27 минут в дежурную службу управления ЧС города Балхаш поступил звонок. В 12 километрах от города оторвало льдину от общей массы льда. На ней находилось трое мужчин и транспортное средство мотоцикл. В течение нескольких часов продолжались поиски непутевых рыбаков. К счастью, их удалось спасти. Это не первое происшествие на озере Балхаш. В течение определенного времени, я говорю, нашли мотоцикл, нашли эту льдину, нашли трех пострадавших, которые на этой льдине утащило. И буквально, если сигнал поступил в 12.27, то в 16.30 спасенные были доставлены на Балхашскую водно-спасательную станцию. С ними проведена профилактическая беседа, также инструктаж. Самое главное, жизни троим сейчас ничего не угрожает. Многие из таких случаев заканчиваются трагично. По словам заместителя начальника по оперативной работе Марата Аглюкова, безопасность жизни должна стоять на первом месте. Хотелось бы всем и охотникам, и рыбакам, и всем карагандинцам, и жителям Карагандинской области напомнить, чтобы они соблюдали правила безопасности на водоемах, берегли свою жизнь, не обращали ни свой, ни наш отдых. Мы-то на боевом посту, и хотелось бы, чтобы задумались, предупреждали, куда они идут, зачем идут.